Всем привет! Недавно вот делал вот такой вот сигнализатор поклевки. И пока его делал, пришла в голову идея по такому же принципу сделать неубиваемый поплавочек. Кому интересно, как я делал вот такой сигнализатор поклевки и как он работает, ссылочка на видео сейчас появится в верхнем правом углу экрана. Итак, для изготовления поплавка мне потребуется вот такая вот щетинка от уличной метелки. Пробка от винной бутылки, немного термоусадочной вот такой вот трубочки, кембрик силиконовый, саморез, вот такая вот бусинка с большим отверстием внутри и шило. Из инструментов необходима будет дрель. Для начала мне нужно распрямить вот эту вот щетину от веника. Я это буду делать с помощью строительного фена. Это также можно сделать, зажав двумя плоскогубцами и чуть-чуть растягивая, подержать над плиткой. Ну вот, выпрямил щетинку. Это будет антенка поплавка. Вот краешки чуть загнутые. Мне такая длинная не нужна. Поэтому отрежу. Вот такой будет достаточно. И сейчас из кембрика сделаю на верхней части антенки что-то вроде таких вот меточек. Нарежу сейчас вот такие полоски. И теперь их на одинаковом расстоянии зажигалочкой зафиксирую. Черный цвет очень хорошо заметен на воде в совокупности с красной вот этой вот полоской, так что думаю, поплавок будет отлично заметен. Теперь с помощью той же зажигалки нагрею кончик антенки и впаяю сюда этот шарик, чтобы он не выскочил. Здесь вот, вот этот вот кончик тоже надо расплавить и развальцевать. Так, антенка готова. Тело поплавка я буду делать из обычной винной пробки. Для этого приблизительно по центру сейчас намечу и проколю отверстие шила. Надо стараться это делать как можно ровнее, тогда она будет лучше обрабатываться. Теперь в это отверстие нужно вкрутить саморез. Дальше зажимаем это все в патрон дрели. Подводим под самый патрон, потому что при вращении по резьбе будет пробка сюда сдвигаться, и как раз здесь она упрется. Все это дело теперь оттягиваем. Сейчас с помощью дрели буду формировать тело поплавка. Взял вот такую вот шкурку, не сильно мелкую, не сильно крупную. Начинаю обрабатывать. Форму вы можете придать абсолютно любую. Это все зависит от вашей фантазии. Я вот решил сделать такую форму яичка. Форма практически готова. Теперь надо взять более мелкую шкурку и отшлифовать эту поверхность. Ну вот, практически тело поплавка и готово. Как вы могли убедиться, ничего сложного здесь нет. Выкручиваю саморез. Теперь берем нашу антенку. Вставляем в это отверстие. Ну и вот конечный результат получился. Вот этот специально я делал такой поплавок тяжелый. На него я буду рыбачить с кормушками. То есть, если вам надо что-то более такую чувствительную снасть, соответственно, вот здесь вот надо снимать намного больше. А снизу вот такой вот, допустим, кембрик. Просто одели. И поплавок готов. Почему я назвал поплавок неубиваемым? Потому что благодаря свойствам вот этой вот щетины от метелки уличной, она гнется, и даже если вы ее согнете там в 90 градусов, ее всегда можно выпрямить, и поэтому он у вас будет служить очень долго, и ничего с ним не случится. А на воде такой поплавок очень хорошо заметен. Отгружать я его пока не стал, вот так вот зацепил гвоздь, ну, допустим, он у меня заменит кормушку. Вот так вот это выглядит в воде. То есть красный материал очень хорошо заметен. Ну и, соответственно, черные вот эти вот полоски также придают ему большую заметность. Как видите, все вполне функционально и очень быстро. Так что, кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Что-нибудь пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока.